С 1 июля 2018 года в стране запрещается строительство новостроек за счет средств дольщиков. С этого времени строители смогут возводить дома только за счет своих собственных средств и денег банка. А кроме того, застройщик должен выполнять только функцию строительства и не заниматься иными видами деятельности, а также иметь в наличии не менее 3 лет опыта работы на рынке. О плюсах и минусах закона мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян. Доброе утро. Арсен, доброе утро. Благодарим, что пришли в это раннее время к нам в гости. А теперь вот просто расскажите, вот, что называется, по делу. Как теперь будет происходить вот процесс покупки квартир? Только официально, по кредитам? Как это будет? Ну, к сожалению, будет происходить так же, как и до этого происходило, по-разному. То есть законодатель, конечно, делает все из благих намерений, но, к сожалению, он, с одной стороны, улучшит ситуацию, с другой стороны, немножко ухудшит. Потому что способы обхода 214 федерального закона о долевом участии, они как существовали, так и остаются. Появилось несколько ограничений, которые должны обезопасить рынок. И они, ну, слава богу, обезопасят достаточно большое количество дольщиков. Но они не отметают иные формы финансирования, которые могут быть рискованными. Надо всегда понимать, что долевое участие само по себе, исходя даже из дословного обозначения, означает о том, что риски несут обе стороны. И всегда, когда человек вступает в долевое участие, он должен думать, что в любом случае, какой бы защита закона ни была, определенные риски, там, в утверждении сроков, либо мошеннических операций, они все равно могут возникнуть. Поэтому... Арсен, извините, перебью. Я правильно понимаю, что сейчас купить квартиру в новостройке можно будет только после того, как дом официально сдан? Нет. Все равно купить можно будет другими способами, но это не рекомендованные способы. И как раз законодатель на это обращает внимание, что все остальные способы, кроме 214 федерального закона, они очень опасны для дольщиков. То есть всегда желательно покупать квартиры на вторичном рынке, и то после там, проверки юристами, и то после проведя операции, не передавая деньги там, до подписания договора, а желательно после того, как уже документы вышли с государственной регистрации. Поэтому механизмы, которые сегодня есть, они просто и сейчас работают. Вопрос, что не все граждане на это обращают внимание и учитывают те риски, которые возможны. Но, понимаете, тоже не у всех большое количество денег. Если они, допустим, вкладывают деньги, да, в долевое строительство, они, ну, якобы получают квартиру себе намного дешевле, нежели вот ее рыночная стоимость. Ну, относительно, да. Вопрос, что не всегда. Потому что, если посмотреть то, что продается сегодня на рынке недвижимости Челябинска, то есть на вторичное жилье, например, в те же Хрущевки, Брежневки, цена, она продолжает падать. И поэтому, если берем панельные дома 10-15-летней давности, они, возможно, будут даже дешевле, чем долевое участие на текущий момент. Не сказать, что они старые, то есть тут уже необходимо выбрать из того, что вы хотите. Ну и понимать, что если долевое участие, оно определенные риски все равно несет, так или иначе, то нужно понимать, готовы ли вы рискнуть и стоит ли игра свеч. Азартны ли вы или нет? Ну, последние полгода цена прекратила такое резкое снижение, но пока она все равно не снижается. А вот с проблемой с дольщиками сейчас она опять на пике популярности. Я так понимаю, что после принятия данного закона эта проблема должна исчезнуть? Она не исчезнет. Они все равно, к сожалению, будут. Вопрос, что их будет, ну, гораздо меньше, потому что это достаточно серьезные ограничения, которые, к сожалению, могут повлиять на стоимость жилья не сильно, но они все-таки повлияют и на ограничения, за счет больше всего ограничения конкуренции. А так не возможно полностью исключить, потому что если даже посмотреть на обманутых дольщиков, которые есть, там, где не резонансные, допустим, факты, а такие точечные стройки, то есть люди несут деньги именно туда, где им дают очень дешевую цену. То есть первый признак мошенничества и каких-то рисков больших – это все-таки очень дешевая цена. Ну, смотрите, наверняка тогда и сократится число вот этих строительных компаний, которые занимаются там серьезные ограничения, и это плохо. То есть это плохо для бизнеса. То есть здесь качественные строительные компании, которые сегодня вынуждены менять уставные документы, или, допустим, я как инвестор, как человек там, с опытом, я не могу выйти на рынок. То есть мне придется приобрести либо компанию с опытом 3-летним, либо там 3 года что-то делать и потом выходить на рынок. С одной стороны, это благо, то есть доверяют как бы строителям с опытом. С другой стороны, больше строек будут строить как бы такие крупные строительные компании, которые обладают большими ресурсами. И практика показывает, что на московском рынке, на питерском, на федеральном, на челябинском рынке крупные компании всегда залог безопасности сделки и конечных отношений. Большое мы вас спасибо, поддерживаем, мы тоже будем на это надеяться. Спасибо вам большое. Большое спасибо за утренний визит. И я напоминаю, что у нас в гостях был вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян.